дойти до скамеек запасных для того, чтобы выстроить. Но второе место в прошлом сезоне. Идти помог Лейпцигу. Фабиньо. Не удается Фалькао развернуться. Попсик очень хорош. Проход Кейта. В первом матче с Лейпцигом тоже было так. Индиана Варенко показывает, что надо подниматься. Тогда Форсберг открыл счет на 33-й минуте. Ну, а Юрий Тильманс буквально через минуту счет сравнял. Сейчас еще одна опасная атака Лейпную. Ронни Лобеш. Подача на дальнюю штангу. Забивать Фалькао нужно. Не попадает он по мячу, зато сносит соперника. Ральфу Хассенхютлю не хотелось бы. Пас назад. Подкат сзади. Это Тильманс. Чисто он сыграл. Нужно играть грудью в падении. Наби Кейта вот эту... Тимо Вернер, получая по... Конечно, почему бы нет? Штрафную! Наби Кейта. Ронни Лопеш на этот раз все в темп, в кассу, но при этом защитники Лейпцига играют очень... Досталось Поульсону, он на газоне и пока не поднимается. Монако не обращает на это внимания. Может быть, зря. Но вот здесь Борцовский просто штрафной удар. На мой взгляд, это... Пас Кейта. Разворачивается Наби Кейта. Удар 4-1. Да что ж вы делаете? 4-1 Лейпциг. Гол Фалькао. И вот тебе и раз. Да, но это ведь не Жемерсон. Это Камиль Глик. Один из сильнейших центральных защитников Европы. Камиль Глик играет так, словно он бочка, которую нужно отвести на тренировке. Браво, Лейпциг. Просто браво за сегодня. Они почувствовали, что может вернуться интрига в этот матч. Зад. Здесь только Марсель Забица. Наби Кейта. Лететь вперед нет уже никакого группового этапа. И если вы не смотрели первый тайм, вы пропустили кучу интересного, потому что счет 4. Глик. Раджи. Опускает сложный мяч на газон. И дальше его накрывает Наби Кейта. Ронни Лобеш. Летит, летит к чужим воротам. Обыгрывает великолепно дальше. А дальше, как его зовут? Ну, для того, чтобы бороться дальше сегодня. Полчаса еще есть. В футболе три гола, мне кажется, претензий предъявлять нельзя. Фалькао. Ворота перед ним, а сзади человек. И опять чисто. Хват Диакоби. Мгновенный ответ. Мгновенный возврат. По флангу на Гизаля. Ничего здесь не было. Ничего. Остается у Леонардо Жардима. Но вряд ли она может что-то по-настоящему серьезно в этом матче. Хороший навес. Фалькао помогает своей штрафной. Выносит из нее, но не очень далеко. Наби Кейта. Что сегодня творит этот парень? Очень легко проходит первую линию обороны Монако. Лейпциг. И все отдать. Гизаль даже не прыгает. Кампо. Пошли до Гулыча. Перефразируя Иосифа Бродского. Не выходи из штрафной, не совершай ошибку. Нет офсайда здесь у Кевина Кампля, но Субашич. Футбол тем и хорош, что каждые новые выходные ты снова имеешь новую цель. И снова должен начинать с нуля. Даже если совсем не... Занозин работал для вас. Смотрите Лигу чемпионов на Матч ТВ. Увидимся на футболе.